Рейзер 32 на месте. Вижу вас, 31-й. Поддержка готова. Ожидаем вашего сигнала. Найди нашего парня, Андерсона. Осмотри район, 32-й. Тут есть несколько зданий, в которых может находиться цель. Выполняю. Там есть здание, которое похоже на ресторан. Ну, мне так показалось. Поблизости четверо. Незаметно, чтобы они наблюдали за чем-то конкретным. Заложника бы охраняли получше. Они профессионалы, смотри повсюду. Вижу яхту, стоящую у причала. Все спокойно, наверное, уже разгрузились. Я вижу там 9 противников. Мы о них позаботимся. Продолжай осмотр. Один Ми-17 на вертолетной площадке. Поблизости от него 4 цели. Нужное лицо не обнаружено. Прием. Вот дерьмо. Есть. Подтверждаю присутствие нужного лица. Большой номер со стенами из стекла, северо-западная часть комплекса. Рейзер, ты можешь определить его состояние? Так точно. Он жив, но его сейчас обрабатывают. Рекомендую немедленно его вытащить. Всем группам начать штурм с освобождением заложника. Действуйте быстро и незаметно, без недочетов. Все понял, Юниформ. Всем проверить оружие и приготовиться. Сейчас мы сорвем им вечеринку. Я обнаружил несколько сложных мест на пути к цели. Когда будете поблизости, постараюсь вас провести. Принято. Мы приземлились. Приближаемся к первой горловине. Келлер, если разделимся на две команды, то сможем передвигаться более скрытно и охватить большую территорию. Идет. Николс, пойдешь с Диазом. Гомес со мной. Мы подойдем к зданию с двух разных сторон. Контакт. Дозорный вышел из лодочного сарая. Николас, за мной. Андерсон, без нужды не стреляй. Попробуем все сделать по-тихому. Путь свободен, продвигаемся. Мы у длинной лестницы. Снайпер на вершине здания ее прекрасно просматривает. Сними его. Принято. Прямое попадание. А теперь вверх, нужно спешить. И тут дальше? Ладно, привал. Вижу две цели. Да, конечно. Давай отчет. Снимем их одновременно. Итак. Застряли. Два снайпера в самой западной точке острова, на уровне крыши. У них под носом. Цель номер один уничтожена. Там сейчас полная задница. Две группы противников на уровне земли и повыше. 5 человек. Тех, что выше, нужно уничтожить в первую очередь. Ждем, пока все зачистишь. Все шито-крыто. Понял тебя. Теперь тоже нужно сделать с остальными. Твоя цель на корме лодки. Жду тебя. Район чист. Понял, иду дальше. Говорит Диас, мы у вертолетной площадки. Андерсон, три цели ждут тебя. У нас неудобная позиция, так что определяйся сам. Попробуй снять их. Есть. Хорошо, южный проход чист. Убийство подтверждаем. Видишь солдат, который разговаривает? Убери любого. Неплохо.
Цель слева. Мы на месте, готовимся к штурму. Диэс, как дела у вас? Нормально. Нам, пожалуй, лучше будет разделиться. Если мы не уменьшим их силы до штурма, потом нас могут просто раздавить. У меня есть идея. У вертолетной площадки я заметил большую цистерну. У тебя ведь найдется пара клеймеров? Я понял твою мысль. Мы заминируем лестницу. Ты немного пошумишь, Келлер. План вроде нормальный. Как только мины сработают, отправимся на место. Хорошо, Пол, ты держишь. Неплохо. Все, пошли. Погоди немного. Одним махом мы в игре. Давай, давай, давай! Прорываемся и защищаем. Где за мной? Хорошо, принято. Ты окружен. Бросай оружие. Я обещаю, мы тебя не тронем, если ты это сделаешь. Положи это руки вот на голову. Я... Да пошел ты, мудила! Думаешь, я тупой? Вы бросаете все трое. Подойдите, блин! Заложник спасен. Он в неважном состоянии. Юниформ, требуется эвакуация раненого. Принято. Вертолет готовится к взлету. Можете навести его по инфракрасному сигналу. Так.